сообщает, что в видении санкции против мнения свое высказывающего человека упрекнули из программы автор Бесогон, режиссер российский Никита Михалков. Возмутительно, действительно, когда вводят санкции из-за человека мнения. Кстати, хорошо, что власть в России с кем-то давно большевиков. Я иначе бы давно в кутузке оказался. Что поймут в России когда-нибудь пословицу, когда в хвосте начало, то в голове мочало. За свои сомнения, которые, кстати, крепнут у меня день ото дня. Каждый день я убеждаюсь в справедливости этих своих сомнений. Ну, что поделаешь, делай, что должен, пусть будет, что будет.